Да, я пока что показываю эквип шамана из команды Триана. Ой, извините, пожалуйста, Триада. Лунная сфера второго грейда на 12. С, на мой взгляд, очень хорошими статами. 20 ПА, 350 ХП и 18 интеллекта. Темная Нирвана, ДСС. Ну вот, тут только пуха, конечно, думаю, очень-очень ноги баторская. А у команды Триада все три лучника с ранговыми луками и с хорошей заточкой. В триаде у Сина тоже ранговый доспех. И, ну, клинки не ранговые. Два кольца на. Да, броня у лучников тоже ранговая, как я посмотрю. Ну, в общем, посмотрим. Да, я думаю, Триаде придется нелегко. Ворота открываются. Бой начинается. Команда ВТФ начинает с масс инвиза. И команда Триада не начинает с масс инвиза, но входит в него через какое-то время. Это интересно. Немногие команды могут так вот собраться после того, как выбегают из своего бокса, чтобы включить масс инвиз. На самом деле все как-то разрознено, и следить за этим очень-очень тяжело. То есть нет такого большого скопления игроков в каком-то одном месте. Все бегают друг за другом, пытаются кого-то контролить, но вот глаза разбегаются. Лук из триады контролит лук из ВТФ. Друид кидает саранчу. Саранча попадает Хорошая троих. сранча. Да. Троих даже, я бы сказала. Вар из ВТФ пускает драконы. В них попадает что-то, по-моему, в них очень мало кто попадает. Бой ведется сразу в трех точках арены, и даже не знаешь, зачем и следить. Танк и вар пытаются контролить. Там еще одни драконы сейчас Из будут. команды ВТФ и маг улетает. Да, маг, счет уже 8-2 в пользу команды ВТФ, и все уже решено, 8-1. Остается танк. И остался последний танк. Да. Просто это довольно предсказуемо. Танки всегда остаются последними, практически. Традиционно. Ну, вот и танк, И наверное. танк улетает, да. Он пытался кайтить, но у него, к сожалению, ничего не получилось. И мы Ну что поздравляем. ж, поздравляем команду Way to the Famous. Они проходят дальше, а с командой Триада мы прощаемся. Они были молодцы. Думаю, что мы с ними встретимся на следующем турнире. Обязательно. Команда ВТФ никак не может построиться в линию для финального скриншота. Это немножечко печально. Но Грецу следующий бой на нашей арене между командами Friends и Ferocious. А мне кажется, Friends затащит. Friends — это команда с Астры, она неплохо себя показала. И если кто-то не помнит, эта команда отправила команду кота флюгеров в нижнюю сетку.